Тихо, тихо, Маш! Их слишком много, а мы только вдвоем. И что будем делать, Кирюша? Главное, не паникуй, Машунь. Ладно, все, не кипишу. Ну чё, суки, подходите по одному, каждого раскидаю. Только чур по одному, а не как сыкуны толпой. И предупреждаю сразу, я настоящий профи в этом фрифайре. Так что даже не надейтесь, пацаны с каждого уделаю. Я, между прочим, ученик Смайлбека. И у майора оттяжку вчера купил. Сюда идите, суки, завалю. Пацаны, этот придурок с нами что ли разговаривает? Пошел нахер. Давайте, пацаны, со всех сторон его. Твари, я же просил по одному. Так и знала, что ничего не получится. Какого ж хера ты такой самоуверенный? Вечно все надо самой делать. Как хорошо, что у меня есть Грена. Подорву у шлепков. Пацаны, давайте ебутся, ебутся и стоп. Машунь, я же говорил, все получится у нас с тобой, а ты паниковала. О, нихера себе, какой топовый лут. Заберу рюкзак и сковородочку. Вот она, моя родная. Хуяк, вот так вот всех. Лучше ко мне не подходите, черти, я тоже съебу. Так, стоп, стоп, лишь бы не спалил. В живых осталось только трое. Это тут по-любому будет. Не хочу тебя расстраивать, батяра. Но то бы пизда. Где же вы, суки? Кис-кис-кис-кис-кис, выходите. Кис-кис-кис, говоришь? Ну ты сейчас, сука, так кис-кис-кишься. Эй, ботики. Кис-кис-кис-кис. Это тебе за кис-кис, сука! Получай! Охеренный дигл, у меня как раз скин на него новый. Я очень не удушный. Похер, он еще живой. Да, в натуре-то. Не понял. Это что за херня? И ты чё на меня сковородкой замахнулся? Я ж тебя выебу, парень! Ты, стоп, ты не так понял, братан? Я просто это, типа, ну... Да, натуре толпают какой-то. Опа, на враги! Людочка, на этот раз стоп! Маш, будешь палиться! Как учил Смайлбек, выходишь и бэшишь! Ой, ой, ой! Алина, осторожно! Ой, ой, ой! Здорово, чуть в дуршлаг меня не превратило! Это еще не все, суки! Слушай, ты... Получайте, тварь! Заметила, что она... Сдохните, сдохните! Не по нам стреляй! Ну чё, все, патроны кончились. Ну все, теперь можно его ответить. А хер, вы еще живы? Да потому что ты ботяра, дура, зацени наши эмоции! Раз, вы меня... Ах, вы черти, издевайтесь надо мной! Опа-на! А что это такое? Ну сейчас я покажу вам эмоции. Лови, твари! Ай, блин! Да как такое возможно? Надо равнотурить бот! Позволь узнать, почему тебе не нравится мой сет. А, по-любому, потому что у тебя нет таких же шмоток. Да ты прикалываешься. Это шмоты золотого джекпота. Ну, каждого бота вообще-то есть. Нет, такое вообще не ношу. Как показывает практика, не у любого. У тебя же нет. Не докажи, что есть прям сейчас на да зачем мне это надо? Да просто не пизди. Ну, сейчас я тебе покажу, какой у меня шмот есть. Батом он меня назвал, блин, золотой джекпот, ага. Я сейчас возьму и такой набор надену. Что ты просто охренеешь? Такого набора вообще ни у одного игрока нет. Ну чё ты теперь скажешь? Такой шмот из золотого джекпота не вытянешь. Потому что такого набора даже в игре нету. Я его сам сюда добавил, понял? Ну чё, выкусил, выкусил, зацени теперь, сэ. Такого-то у тебя точно нету. Ты же в курсе, да, что нас за это забанить могут? Чё, за что? За замену файлов, кретин. Ты залетаешь ко мне в лобби с сетом, которого нет в игре. Еще эмоции юзаешь, которых здесь нет! Все, давай уебывай! Не психуй, это мое личное дело! Ты сказал, что мой сет херня, я заморочился, сделал себе не херню! Какой же ты дурак! Сам дурак, давай не выпендривайся и запускай карту! Зацените мою оттяжку! Братух, неправильно оттягу делай! Давай я объясню, как надо, блин! Вот ты позоришься! Уйди, дурак! Да не-не, я тебе сейчас реально научу оттяжку, давай настрою! Я у майора купил, что нормально тебе сделал! Ну и Манджи еще вчера взял, тоже заебок летит! Просто скажи, что играешь, СПК или... Ну, братух, сказал же, давай настрою! Не ногнули бы, если бы умел стрелять! Ну что, тебе трудно, что ли, минутку было уделить? Я вообще все сделал, завалил бы ты их! Все, братан, давай, с чего катаешься? Да пошел ты нахер, я сам справлюсь! Ладно, хер с тобой. Дебил, блин, тупоголовый! What the fuck? Ты вот телочек! Ну с ними лучше реально не связываться. Послебусим, Кирюша. Ну че, Зинок, готово ботов разъебать? Не говори. Да что-то не видать ни одного. Давай вот там еще проверим. Сука, тварь! Зинуль, что-то как-то здесь подозрительно тихо. Я только вчера кроссы купил. Ну ты сейчас, сучка, за них ответишь. Кажется, ты права. Тут никого. Давай вернемся на исходную позицию. Ебанашка! Второй кроссовок! Да пошли вы нахер, сучки крашеные! Ща позову своих братишек в лобби и расскажу им просто охренительную вещь. В ахере будут. Ну чё нас позвал? Давай в катку погнали. Не-не-не, стопэ, я, короче, вас позвал для другого, мы играть сегодня не будем. Ютубер отец Евген в своем телеграме раздает бабки на донаты всем своим подписчикам. Чё в натуре? Просто захожу в телегу, забираю его деньги. Да. Каждую неделю несколько раз. 500, 1000, 2000 рублей без Б. Сколько хочешь. Просто залетаешь его в телегу, сидишь там, чекаешь посты, пишешь комментарии, ставишь лайки. Каждую неделю разыгрывает среди комментаторов. Поэтому уходим из лобби, подписываемся на его телеграм. Ссылочка есть в описании и в закрепленном комментарии. Это не какой-то развод, это правда. О, черт! Два бота файтятся между собой. Ну ща подожду, пока один другого ёбнут и заберу оставшегося.
Че за хуйня? Какого хера он до сих пор живой? Я ему в башку раз 50 попал. А он все не... Братиш. Скорее всего, это какой-то читер, ну или казахка, у них пинг большой. Пингующие эти. Ты видел, я ему раз 10 был. Это вообще пиздец, братан. Как же мне заебали эти пинги? А че ты психуешь-то так? Потому... Дружище, давай только тихо. Главное сейчас с тобой не шуметь, мы почти у цели. Смотри, короче, у меня есть грена. Ща ее достану, тебе дам, ты ее кинешь. И мы заберем оставшийся ботер. На, держи, давай. Кидай прям в него.